стало радостнее. Я понял, надо больше тревожиться. Мы на месте? Нет, мы застряли. Похоже, часть подъемника застряла в стене. Вытащишь? Сколько еще подниматься? Я не знаю. На нас еще нападут? Несомненно. О, нет. Да, готовься. Нам не надо спешить. Они вернутся в любой момент. Вроде обошлось. Возможно. Отец, когда мы развеем мамин пепел, что тогда? Что будет дальше? Ничего не будет. Мы вернемся домой. И все? Путешествие завершится? Это да. Но у нас еще много дел. Ты был прав там, в лодке, когда я срубил последнее дерево. Ты сказал, что-то поменялось. И это так. Нашему дому грозит опасность. Мы должны позаботиться о его защите и продолжить твое обучение. Ага. Мы почти на вершине.
Нас теперь ничто, а? Спокойно, мальчик! Держись со мной! Ладно! Ah!
Сдавайся! Это битва. Похоже на корень Игдрасиля. Это что, смола? Застывшая смола. И в ней таится сила. Ничего себе! Поверить не могу. Мы бились с драконом. Я метил в глаза, но не мог устоять ровно. А драконы тут живут? А когда они тут поселились? Когда великаны ушли? Или они ушли из-за драконов? Мальчик, в горах тяжелее дышать. Болтай поменьше. Вопросы потом. А, да, ладно. Ты слышишь? Там кто-то кричит. Стой, сын! Это Синдри. Как убить такого зверя? Надо застать его врасплох. Я могу отвлечь. Что ты делаешь? Надо ему помочь. Иди направо. Выбери место и жди моей команды. Спасибо. Thank you.
Мальчик, ты цел? Да! Я знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Но драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен великого истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А. Спасибо. Так, ладно, погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. О,
и что я себе любец. Нет. А еще, что мне важнее красота, о, нет, чем качество, что я напыщенный, нет, и надменный, суетливый. Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди, погоди, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где хват... О, не важно. О, что за мерзость? Что за мерзость? А что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук. Двух раз хватит. Эй, полегче там! Ого! Вот так, а вы не верили. Как бы это... Я добавил волокнам тетивы способность вибрировать по-особому. Если стрела попадет в застывшую смолу, возникнет резонанс, и смола разрушится. Это как? О, я смотрю, ты сам уже разобрался. Ну, молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Что приглянулось? Я их вообще носил. О, ну а ты, юноша? Вернемся к тебе. Как скажешь.
тебе. Что-то еще? Держись подальше от Драугра. Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю. Просто здорово быть сильным, понимаешь? Да, понимаю.
Соберись. Хорошо, да? Приемлемо. Дума! Вот и он. Мне его разбить? А мне нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу. Он все равно светится.
парни. Продолжай. Никогда не надоест взрывать штуки. Еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек?